На минувшей неделе на базе Дунайского бассейнового управления водных ресурсов прошли совещания межведомственной комиссии по установлению режимов работы придунайских водохранилищ и заседания Дунайского бассейнового совета. Во время встречи были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением безаварийного паводка 2013 года, сохранением стабильной экологической ситуации в бассейне украинской части Дуная, установлением оптимальных режимов работы придунайских водохранилищ в весенне-летний период этого года. По данным специалистов, на начало марта уровень воды на украинском участке Дуная был на 10-40 сантиметров выше нормы. Предполагаемый период прохождения высоких уровней воды – вторая половина апреля – начало мая. В настоящее время ведется наполнение озерных водохранилищ. Так, для заполнения озера Кагул до отметки НПУ осталось менее 15 сантиметров. Картал – 38, Кугурлу и Елпук – 14, Котлобух – 46 и Китай – 37 сантиметров. Особую обеспокоенность у собравшихся вызвала высокая минерализация водоемов. При этом выяснилось, что вода в реке Дунай намного чище, чем в озерах. По данным отбора, проводившегося в феврале этого года, наименьшая минерализация воды на Ренийском участке Дуная, наивысшая в озере Китай. В завершении проведенной встречи участниками был принят ряд соответствующих решений, включающих подготовку насосных станций для подкачки воды в водохранилище Ялпу-Кугурлуй, Котлобух, Китай, осуществление мониторинга поверхностных вод Дуная, регулярный контроль за водохозяйственной и экологической ситуацией в бассейне реки Дунай в пределах Одесской области и другие. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер».